Об этом президент Украины говорил во время встречи с главой Минобороны Швеции. После переговоров шведский министр сообщил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе. Петр Порошенко со своей стороны заявил, что рассчитывает на привлечение шведских инструкторов к обучению бойцов ВСУ. Взамен украинские армейцы научат шведов противостоять гибридной агрессии. Мы поддерживаем инициативы и идеи с вашей стороны о вводе миротворческой миссии ООН, если будет решение Совета Безопасности ООН насчет этой миссии. А мы уверены, что она приведет к стабильности, а в конечном счете и к миру. То мы обязаны поддерживать эту идею и работать на ее благо. Дякую вам за решение не лише підтримати цю ініціативу України, а й як країна, яка має величезний досвід в організації миротворців по всьому світові. Подяку за рішення і готовність взяти безпосередню участь в цій операції, принести мир, реалізувавши безпековий пакет мінських домовленостей, забезпечити виведення іноземних окупаційних російських військ.